Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В принципе, что такое вам уже мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович ответил? Я не вижу смысла на этот вопрос отвечать. Хоть у меня есть некоторые сомнения относительно в том, что это именно то, что мой коллега сказал, потому что вполне возможно, что конкретно девиации здесь может и не быть. Вполне возможно, что здесь просто вот человек вам не доверяет, просто есть какая-то такая история, связанная с, ну вот, с неуверенностью, допустим, в себе, да, и вот, ну, какая-то такая история. На мой взгляд, повторюсь, вот, поэтому тут как бы есть всегда свои нюансы, поэтому я конкретно вот не стал бы как-то делать акцент именно на этом, вот, именно на том, что это может быть, значит, ну, что это может быть девиация конкретно, то есть тут могут быть свои моменты, тут могут быть свои нюансы, на мой взгляд. Вот, значит, что произошло? Произошло следующее. У автора вопроса мужчина, с которым она, значит, встречается 6 месяцев и живет вместе, вот, значит, проявил себя с позиции преследователя. То есть он за ней следит. Вот, у нее это чувство, что за ней следят, было, но мужчина убедил ее в том, что это не так. Вот, она ему поверила, а после скрылась такая вот, ну, неприглядная правда относительно того, что, что произошло. Вот. Автор вопроса, конечно же, в шоке. Вот, автор вопроса шокирована и недовольна. Вот, и, в общем, спрашивает нас о том, что ей делать. Ну, в первую очередь, это травма. На мой взгляд, в первую очередь, это травма, вот, и в первую очередь, это очень болезненно, очевидно, для вас, что, в принципе, нормально, совершенно нормально. Вот, поэтому я думаю, что то, что нужно вам сделать сейчас, прямо сейчас, это прожить травму, которую вы, вот, собственно говоря, получили. Вот, то есть это вот такая вот, ну, к сожалению, да, действительно, это вот очень такая неприятная история, это очень неприятная вещь, и, да, на самом деле, на мой взгляд, нужно вам помочь это прожить, вот, потому что сейчас вот это такое очень болезненное состояние для вас, конечно же, и это абсолютно вот хочется отдельно подчеркнуть, да, что это нормальная реакция, в этом нет ничего такого, в этом нет ничего, ну, ничего нормального.
Вот, значит, что касается того, что вам думать, то я думаю, что вы уже что-то думаете, вот. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы приняли сами для себя то, что вы думаете, вот. Очень важно это, вот, чтобы вы сами, с точки зрения своих ценностей, смогли бы увидеть то, что это значит для вас. Без вашей опоры на себя, образно, абсолютно не имеет значения, как назовем это мы. Вот. Следующий важный момент заключается в том, что вы оправдывались, то есть вы, получается, чувствовали вину, вот. несмотря на то, как вы эту ситуацию видите, вот, несмотря на то, как вы к этой ситуации относитесь, да, несмотря на то, что ситуация вот такая, какая она есть, вы все равно чувствуете вину. Вот. Что такое вина в данном случае? Вина – это, значит, в первую очередь ощущение, что я плохая, ощущение, что я делаю что-то такое вот, значит, ну, постыдное, вот, то есть это про стыд. Это про злость, ну, подавленную злость в данном случае. Что, в принципе, может, например, проявляться в вашей какой-то неудовлетворенностью, недовольством, может быть, ну, именно мужчины, вот. То есть, это вот такой момент, на который, на мой взгляд, также очень важно обратить внимание. Вот, также очень важно обратить внимание на то, какие отношения с человеком вы выстраиваете, вот. То есть вот какого рода это отношение, то есть чисто ли это отношение у вас, например, мужчина и женщина, или это у вас отношения партнерские или дружеские, то есть вот что между вами общего, между вами мужчиной. Потому что да, то, что произошло, неприятно, но если отношения у вас личностные, если вы друг друга видите как личность, то есть большой шанс через это пройти, если опираться на, например, что-то другое. Вот. Вопрос только заключается в том, есть ли у вас это что-то другое. Вот. Потому что если нет, да, если вот только общение гендерное, вот, например, то, конечно, это может быть фатальным, то, что произошло. Вот. Понятно, что сейчас вам обидно, понятно, что сейчас вы находитесь в самых таких неприятных чувствах, вот.
И мужчина, судя по всему, пытается вас убедить в том, что ничего страшного не случилось, что это всё один раз. Вот, но я думаю, что куда более значимо то, почему он это сделал, то, чего он хотел своим вот, значит, ну, своим поступком, да, своим действием, вот, что он хотел. Я думаю, что и вам, и ему было бы как-то проще, если бы и он, и вы, значит, узнали бы, что лежит в основе его действий. Вот. А так получается, что он просто убеждает вас сейчас в том, что это был единственный раз, но при этом вы не очень понимаете, что за этим стоит. Вот. То есть в этом не очень раскрывается его личность, личность мужчины. Вот. И мне кажется, что будущее ваших отношений зависит от того, хотите ли вы понимать, хотите ли вы узнать, что скрывается за этим или нет, хотите ли вы его понять. Конечно, если человек отказывается уходить, если вот вы говорите ему, ну, если вы ему говорите уходи, а он не уходит, то, конечно, это история про работу правоохранительных органов, нет всякого сомнения. Вот, и понятно, что здесь как таковая психологическая помощь может заключаться в том, чтобы помочь вам пройти через этот травмирующий опыт. Вот. Но я думаю, что в данном случае вам интересно не это, а то, что то, что вы как будто бы не доверяете своей интерпретации того, что произошло, да. Вот. Тогда, как вы сами говорите, что это грубое нарушение личного пространства, да, личных границ и так далее. И я думаю, что вы в этом смысле совершенно правы. Я думаю, что вы в этом смысле совершенно правы. Вопрос заключается немножко в другом. А не в разных ли реальностях с мужчиной вы живете? Вот. То есть, если для вас это нарушение личных границ, то нарушение или личных границ это для него. Именно поэтому так важно, чтобы вы его постарались понять. Не в смысле простить. Не в смысле как-то вот, знаете, ну, там, не знаю, позволить ему так же дальше поступать. То есть, иными словами, понять, стремление понять не означает попустительство того, что для вас неприемлемо. При условии, конечно, если вы уверены в себе. Вот. Тут есть нюанс, потому что у вас уже было чувство, что за вами следят, но вас убедили в том, что это не так, это неправда. Вот. И с одной стороны, можно, конечно, говорить о том, что, ну, как-то и верить не хочет, что близкий человек может совершить такой поступок, да, и когда сам думаешь, что это тебе кажется и так далее. То есть в этом смысле понятно. Но с другой стороны,
А если у вас такое ощущение возникает, если до этого его не было никогда, и если у вас нет каких-то оснований думать, что, ну, что у вас паранойя и так далее, то доверять этому чувству нужно. Вот. Вы же этому чувству, к сожалению, не доверились. Вот. И вот здесь у меня есть ощущение, причем ощущение довольно, довольно сильное ощущение есть, что вы себе не доверяете. Вот, что вы себя обесцениваете, это вот в купе как раз с тем, что вы оправдываетесь перед человеком. Вот. То есть, понимаете, если бы вы не оправдывались, да, перед человеком, если бы вы перед ним не оправдывались, то я бы, ну, не обратил бы на это внимание, возможно. Но поскольку перед человеком вы оправдываетесь, несмотря на то, что оправдываться вам, ну, как бы не за что, да, вот, что можно сказать, что вот сторона, как бы, ну, потерпевшая, да, хотя мне не очень нравится такая формулировка, но потерпевшая сторона вы, вот, вот, несмотря на то, что потерпевшая сторона вы все равно обрадовали. Вот. И это вот как раз все идет в одну, так скажем, канву, да, в одну канву, с тем, что вы себе не доверяете. Поэтому я думаю, что вот в этом ключе вам желательно работать, вот, и повышать уверенность в себе. Собственно, как мне думается, ваш вопрос в целом продиктован именно этим, именно вот какой-то невозможностью на себя опираться. Вот. Да? Ну, может быть страхом. Вот, страхом ошибиться, страхом совершить ошибку и так далее. Вот, быть может, тут есть еще какой-то нюанс. Вот. Например, вы, может быть, боитесь, не знаю, одна остаться, может быть. Например, вы, может быть, опасаетесь не найти никого. Например, вы привыкли к, ну вот, к мужчине привыкли. Как-то вам не хочется, значит, привычку разрушать. Вот. То есть тут масса нюансов, в принципе, но есть такое ощущение, что для вас вот эта вот грань, вот этот вот, вот эта красная черта, да, она не перейдена мужчиной. То есть есть ощущение, что, ну, что мужчина ее не перешел своим поведением. Вот. Я не хочу сказать, что это 100% плохо или 100% хорошо, просто нужно увидеть, из чего это. Вот. Быть может и такая ситуация, что вы
сами не воспринимаете это как что-то очень плохое. Вот. Но вы знаете, что это плохо. И как бы из родительской позиции, например, значит, пытаетесь этому придать больше значения, чем оно есть. Для вас. Может быть, и обратная ситуация. Когда вы чувствуете, что это недопустимо, вот что это все, это конец. Но, значит, на уровне интеллекта вы думаете, блин, а может быть это не так страшно, может быть он действительно это сделал один раз, и как бы, ну, больше делать этого, например, не будет. А вот, то есть это тоже такой вот момент. Поэтому нужно увидеть, как именно и что с чем у вас конфликтует, чтобы помочь вам, собственно, разобраться. Вот. В идеале, конечно, чтобы и мужчина, и вы, значит, обратились к психологу, вот, и вместе эту ситуацию как-то рассмотрели и разобрали. Вот, потому что это было бы самым лучшим, наверное, способом, да, самым лучшим решением, самой лучшей такой возможностью вам помочь. Вот. Естественно, после того, как вы разберетесь в себе. Вот, то есть, ну, естественно, то есть после того, как вы придете в себя. Вот. После этой ситуации, естественно, после того, как вы проживете это и сможете плюс-минус как-то спокойно об этом говорить. Вот. А сейчас, конечно, об этом речи быть не может, потому что, ну, у вас, очевидно, бурлят чувства, и это более чем нормально. Вот. Хорошо, что они у вас бурлят. Вот как-то так. Чувство вины и стыда попортило немало крови людям. К сожалению, вот. И чего греха таить, попортило ни одни отношения. Вот. Поэтому, если вы хотите отношения сохранить, да, если вы хотите это сделать, или если вы хотите, чтобы такого больше не повторилось, то необходимо вот работа над собой и психотерапия. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.